На телеканале Ника Плюс время новостей, в студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте. Порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве Карелии обещают навести к 2015-му. А пока кто хозяин в доме, выясняют через суд. Вера и семья. Папа против мамы и свидетели Иеговы. Резьба по дереву, кузнечное мастерство, ткачество, валяние, моделирование костюмов. Такой весенний переполох в Петрозаводске. В 20, 30, а то и в 40 раз возросла сумма земельного налога. Уведомления уже получили те, кто имеет дачи или живет в Прионежском, Пряженском и Суаярском районах. До конца апреля им нужно заплатить налог. Люди возмущены, не рады такой ситуации в самой налоговой. А все по закону. Новая кадастровая стоимость земельных участков определена постановлением правительства Карелии. Особенно ощутимы новые суммы для пенсионеров. В надежде, что это, возможно, какая-то ошибка, за разъяснениями они идут в налоговую службу. За полный участок я оплатила 42 рубля за себя, ну, в общем, за общий участок. Угу. А теперь 408 за 1/2. В этом здании я первый раз здесь спокойней. Ну вот, там приходилось, боже мой, там, во-первых, столько нервов истратишь, пока даже дозвонишься, доберешься до того номера. Сотрудники налоговой сочувствуют, но ничего в этой ситуации сделать не могут. При этом признают, проблема усугубляется тем, что людей заранее не предупредили. Получается, что придет срок уплаты 30 апреля, вот, например, в Прионежском и Суярском районе, да, и это будет уже недоимка, и это будут пени. То есть человеку еще будет, значит, начисляться пени за то, что он своевременно не уплатил налог. Некоторые категории граждан вправе рассчитывать на льготу. И в надежде на перерасчет они приезжают и из Лучевого, и из Деревянки. Однако на дорогу в итоге тратят больше. Что делать, куда обращаться и как не нарушить закон? Подробнее в нашем вечернем выпуске новостей. Карелия живет лучше Гондураса, но хуже Намибии. По данным официальной статистики, в 2009 году распределение валового регионального продукта Карелии на душу ее населения оценивалось в 5710 долларов. Если сравнивать по этому показателю Карелию и страны мира, то окажется, что республика живет примерно на уровне Армении, лучше, чем Узбекистан и Гондурас, но хуже, чем Бразилия и Намибия. Такую любопытную статистику опубликовал один из карельских информсайтов. А в правительстве Карелии говорили о результатах 2010-го и прогнозах до 2015-го. Именно тогда, уверяют, жилищно-коммунальное хозяйство республики должно преобразиться и выйти на качественно новый уровень. Карельские власти планируют разобраться с коммунальными проблемами региона в течение 4 лет. Об этом заявил министр экономического развития Карелии Валентин Лунцевич. Согласованная работа с главами администрации нам позволит к 2015 году все-таки выйти на уровень более надежного обеспечения жилищно-коммунальными услугами, работой управляющих компаний. У нас есть четкое понимание, что необходимо сделать, какого объема средств необходимо привлечь для того, чтобы система жилищно-коммунального хозяйства работала без сбоев. Сколько реально необходимо средств для реанимации системы карельского ЖКХ, из доклада так никто и не узнал. Между тем, в жилищную инспекцию республики только за первые месяцы этого года поступило более 700 обращений граждан. Все они с жалобами на коммуналку. Терпеть жителям региона, получается, предстоит еще 4 года. Затем машину ЖКХ правительство планирует починить. Повторим, на ремонт нужны деньги, а минувший год республика завершилась дефицитом бюджета в 780 миллионов рублей. Сделать работу управляющих компаний максимально прозрачной, призывают руководители. Как это получается на деле? Вот, например, ТСЖ «Ратник». Существует несколько лет, управляющий Виктор Медведев, бывший теперь уже депутат Петросовета. В декабре 2009-го Мировой суд Петрозаводска признал его виновным в административном правонарушении, самоуправстве. Однако свою деятельность Медведев продолжает и поныне. И в общем, обуздать стихийный рынок коммунальных услуг в столице Карелии пока не удается. Даже чиновники регионального уровня заявляют о полной анархии в этой сфере. Мы о чем говорим, это так только на поверхности, макушка айсберга. А если дальше копнуть, то есть надо всю администрацию, наручники. К этой реплике высокого республиканского чиновника, сказанной, в общем-то, неофициально, но в присутствии журналистов, можно было бы отнестись несерьезно, если бы не истории, которые в карельской столице нередки. И вот только одна из них. Государственную жилищную инспекцию мы обратились. Вот само заявление и вот подписи собственников.
Инициативная группа жильцов ТСЖ «Ратник» собирается не впервые. Документы, счета, письма. Вот уже который год они наблюдают за некрасивыми действиями своего управдома и ничего не могут с этим поделать. Сегодня человек, значит, который, в принципе, должен работать в наших интересах, да, он, значит, вот таким вот образом, мягко говоря, некультурно себя ведет, да, нарушает закон. В собранных документах доказательства – зарплаты, оплата счетов за услуги, покупки. Вот, например, счет за телефон и интернет. В нем четко видно, что покупателем услуг связи является ТСЖ «Ратник», а они почему-то отправляются по адресу улица Алоницкая, 75. В то время как юридический адрес «Ратника» – Чапаева, 104. А это уже зарплатные ведомости. По мнению членов инициативной группы, в них присутствуют, если не мертвые души, то уж точно мифические или виртуальные, такие как уборщица Иванова Елена Юрьевна. Не обидел себя и сам управдом Медведев Виктор Анатольевич. За 2008-2009 годы управляющий Медведев получил денежное вознаграждение в размере 294 тысяч рублей. Однако по закону он не имел права это получать, поскольку является депутатом Петросовета на постоянной основе и не имел права заниматься иной оплачиваемой деятельностью. Не имел, но занимался, причем очень активно и плодотворно для себя. Все, кого мы спрашивали, исправно ежемесячно оплачивают коммунальные услуги. Также, по их словам, поступает большинство жильцов, а посему непонятно этим людям, откуда у их ТСЖ многомиллионные долги перед поставщиками этих самых услуг. Мы не имеем все документы, которые хотелось бы нам видеть, да? Мы знаем, что заключены договора с физическими лицами. О чем они, эти договора, мы тоже не имеем иметь возможности знать. Но мы знаем, что у нас задолженность больше 2 миллионов. В принципе, это уже банкротное предприятие. Жильцы говорят, позади у них уже 4 долговых суда. На подходе 5-й. А кто будет с долгами рассчитываться? На нас повесит? Непонятны жильцам и манипуляции управдома Медведева с землей. Вот так это относится вот к нашему 102-му дому. По кадастровому учету. Там немножко перед воротами, немножко вот так, наискосок. Александр Федорович показывает автостоянку возле его дома. Дело хорошее, но, по его словам, местная жилищная власть здесь тоже поступила, мягко говоря, не по закону. Мы говорим, давайте так, на законных основаниях, значит, землеотвод, все, сколько мы будем. А зачем нам платить налоги, сказал господин Медведев. Зато автомобилисты оплачивают стоянку своих машин. А вот зачем платить налоги, этот вопрос мы хотели задать самому управдому. Жильцы сказали, его можно найти в здании 20-й школы по уже знакомому нам адресу Алоницкая, 75. Заметим, такой хорошо оснащенной приемной может похвастать не каждый депутат даже более высокого уровня. Отдельный вход, система видеонаблюдения, внутри нас встречает приветливая секретарь. Оказалось, это та самая уборщица из зарплатных ведомостей Елена Юрьевна Иванова. И она искренне удивлена, почему у жильцов к ней претензии. Работа уборщицы не такая, что целое время. Я пошла, убрала, там подъезды чистые. Ну, может, меня не видели те люди, которые вам пишут, а так меня видели люди. Управдома Медведева на месте не оказалось. На совещаниях, каких, с кем, мы остались без ответа. Впрочем, в Ратнике это традиция такая. Вот, например, эта детская площадка. Старожилы рассказывают, деньги на ее благоустройство собрали со всех жильцов. Как они были потрачены, неизвестно. Зато вместе с детскими горками здесь появился вот этот стенд. Здесь проблема в том, что людям заявили, причем на самом разном уровне, раз вы собственники жилья, значит, хозяева. Жильцы ТСЖ «Ратник» поверили в это и начали действовать. Невдомек им, что в Петрозаводске одни собственники, а другие хозяйничают. Светлана Воробьева, Эйна Телькинин, телеканал «Ника Плюс». Житель Петрозаводска всерьез опасается за судьбу своей дочери. Бывшая жена водит 5-летнюю девочку в зал славы свидетелей Иеговы. И с этим, похоже, ничего не поделаешь. Право на посещение собрания этой организации вместе с дочкой мама отстояла в суде. Папа же беспокоится. Вечная жизнь, отказ от переливания крови и прочие особенности приверженцев Иеговы его настораживают. Любое упоминание о свидетелях Иеговы раздражает Андрея. 3 года назад он развелся с женой, пообщавшись с проповедниками, она полностью погрузилась в их веру. Любая трапеза, обед или ужин начинались одинаково. Скажите спасибо Иегове за курицу. Вы понимаете, тоже как бы. Я промолчал, конечно, ничего не сказал. Не папе, а Иегове.
И все, Егова, Егова, везде Егова, короче. Потом деньги куда-то стали уходить, неизвестно, что. Вроде бы то все, где деньги. Но самое страшное, считает Андрей, что молиться Егове приучают его 5-летнюю дочь. У родителей на этой почве конфликт. По меньшей мере, это могут быть какие-то пограничные расстройства психические и у этого ребенка. Подробнее об этой истории в нашем вечернем выпуске новостей. В Петрозаводске весенний переполох. Об этом сразу после небольшой рекламы. Страховая медицинская компания «Ресомед». Контроль в сфере бесплатной медицины и защита ваших прав. Наши отделения открыты во всех районах Карелии. В торговом центре «Симона» каждую пятницу новое поступление одежды и обуви. Постоянным покупателям скидка 15%. Торговый центр «Симона». Дом мод, первый этаж. Лечение варикоза в костной клинике. Быстрое и эффективное избавление от варикозной сеточки. Костная клиника. Чайкиной 5. 76 53 76. Нет, современная молодежь этого не помнит. Тогда все было настоящее, и люди умели отдыхать. Начиная с 26 марта и каждую субботу в здании Национального театра танцы, бар, живая музыка и караоке. Отель «Карелия». Конференц-обслуживание любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры. Бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Холод или зной. Ветер и пыль. Дождь и шум улицы останутся по ту сторону, если в вашей квартире окна от компании «Век Стеклов». Велосипеды для спорта и отдыха, комплектующие, а также ролики и скейты. Магазин «Спорт Экстрим» в развлекательном центре «Горка». Современный жилой комплекс бизнес-класса «Созвездие». Передовые архитектурные идеи и функциональные планировочные решения. Первая линия набережной Варкауса с великолепным видом на Онежское озеро. «Стройинвест КСМ». Будущее строится сейчас. Вы смотрите новости телеканала «Ника Плюс». Мы продолжаем наш выпуск. В Центре национальных культур начался весенний переполох. Так называется выставка, на которой представлены работы художников из Петрозаводска, Кеми, Беломорска и Мурманска. Вместе с петрозаводскими ценителями декоративно-прикладного искусства заряд весеннего настроения получил Александр Лычагин. В Доме национальных культур северные художники и мастера выплеснули на озябших петрозаводчан добрый ковш весеннего настроения. На традиционной выставке представлены самые разнообразные виды декоративно-прикладного искусства. Резьба по дереву, кузнечное мастерство, ткачество, валяние, моделирование костюмов и многое другое. Эта выставка у нас, в общем-то, посвящена украшениям, посвящена аксессуарам женским, посвящена костюмам, платьям. Ну и, естественно, есть еще элементы интерьера, которые действительно хотелось бы квартиру тоже обновить. Так резчик по дереву Александр Казаков изготовил для посетителей выставки некоторые элементы старинной бытовой утвари. По признанию мастера, источником вдохновения для него стали деревня, природа, быт наших предков. В общем, все как в старинном быту. То есть крестьянин, как, он лето работает, пока есть возможность, а потом зимой сидит, он и под нужды хозяйства что-то делает. Ну, поскольку лошади нету, я, конечно, не делаю там ни хомут, ничего. А вот делаю вот утилитарные такие вещи. Кузнец Илья Амалайнин – полная противоположность Александру. Работает он не с деревом, а с металлом и ищет вдохновение не в деревне, а в городе и городской культуре. Для ценителей декоративно-прикладного искусства Илья изготовил несколько изысканных кованых зеркал. Сталь, когда ее нагреваешь, ну не только сталь, медь, латунь, она становится как пластилин. С ней можно делать все, что угодно, можно испортить все, что угодно. Все-таки она очень мягкая становится. И вот эти все вещи, понятно, возможно сделать только в нагретом состоянии. Участники выставки разные, но одно их объединяет и крепко связывает между собой. Это искусство и филигранное мастерство, оценить которое петрозаводчане смогут вплоть до 7 апреля. Александр Лычагин, Эйна Телькинин, телеканал «Ника Плюс».
Наши новости доступны в интернете по адресу nikodefismedia.ru и каждые 2 часа на канале Ника Плюс 24. Вас еще ждет «Глаз народа» Александры Репниковой, а у меня Дмитрия Николаева. До свидания. Читайте в свежем номере газеты «Петрозаводск». «Единая Россия победила, а лихановцы проиграли. Результаты выборов в Петросовет для многих стали неожиданностью». Будут ли в Карелии тропики? Каким последствиям может привести глобальное потепление, о котором так много говорят? Трагедия в Японии эхом отозвалась в столице Карелии. Балерины мустеатра Карелии переживают за своих близких Токио, а горожане готовы принять у себя японцев. Купил квартиру? Получи налоговый вычет, советы специалистов и конкретные примеры. А также самые интересные городские новости, полная программа телепередач и прогноз погоды. Наверное, это мой рай. Впервые в Петрозаводске большой сольный концерт «Максим». 3 апреля в 19 часов на сцене ДК «Машиностроитель». Телефон 63-05-90. Привет! Вот мы и переехали в новую квартиру. Здесь у нас гостиная. Это моя комната, мои игрушки. А здесь кухня. Мама готовит обед. Вот так. Строительно-финансовая компания. Уже в эту пятницу в 7 часов вечера в гостях у Андрея Белого и Ефима Овчинникова Светлана Сурганова. Слушайте на нашем радио. Смотрите на Ники Плюс. ТВ по-нашему. Не пропустите. Обаяние северной природы. Комфортные номера со всеми удобствами. Настоящая русская баня и великолепная домашняя кухня. Отличная возможность забыть о городской суете и здорово провести время на берегу одного из красивейших озер. База отдыха «Плотина», 16-й километр Лососинского шоссе. Телефон 77-54-10. Тайна вашей ночи. Магазин постельного белья «Бастет». Чудесный источник, который наполнит силами и подарит истинную чистоту. «Карелия Аква» – новая питьевая вода. Ежедневные авиарейсы по маршруту. Петрозаводск, аэропорт Бесовец, Москва, аэропорт Домодедово и обратно. Время перелета 1 час 20 минут. Цените свое время. Бронируйте билеты на сайте rusline.aero. Или приобретайте во всех агентствах воздушных сообщений города. В магазине «Позитроника» ты купишь ноутбук Toshiba с Wi-Fi, Bluetooth и веб-камерой всего за 7990. Круто! Круто! «Позитроника» – Гоголевский центр. Наше радио представляет 25 марта в клубе «Капитал» и Иван Демьян и группа 7Б. Нашла коса на камень, идет война на память. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте наша.карелия.ру. Крутимся сами. Помогаем раскрутиться другим. Рекламное агентство «Промо».